Сотрудники кафе быстрого питания встречают посетителей рядом с кассами и просят воспользоваться электронным меню. При этом маски и перчатки – неотъемлемые аксессуары. Как соблюдаются санитарные меры в торговом центре железнодорожного района Самары, сегодня проверили сотрудники администрации и полицейские. В этом районе города за год выявили порядка 250 нарушений. Всего за период действия ограничений на предпринимателей и нарушителей в железнодорожном районе наложены административные штрафы на сумму около 1,5 миллиона рублей. Нарушений становится значительно меньше, потому что если в тот момент, когда это все начиналась эта работа, люди не совсем понимали, и как правильно сделать, то сейчас люди уже достаточно опытные, они понимают уже, как и что должно работать. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, границы кафе на фудкортах размечены. Каждые 2 часа проводится дезинфекция столиков, а на входе в торговый центр сотрудник охраны напоминает о необходимости надеть маску. Ведется работа и с несовершеннолетними. По распоряжению губернатора, до 11 апреля им нельзя находиться в торговом центре без сопровождения взрослых. В последнее время много работы с несовершеннолетними, так как нельзя им находиться в торговом комплексе без сопровождения взрослых. Ну, с арендаторами также ряд мероприятий проводим, постоянно находимся в контакте, предупреждаем о каких-либо нарушениях, для того, чтобы они могли вовремя реагировать и устранять их. Сотрудники полиции и районной администрации проверили и работу кинотеатра. Заполнен он должен быть наполовину, чтобы между зрителями сохранялась безопасная дистанция. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.